Всем привет, меня зовут Витя. Мы играем в игру Тук-тук-тук. Игра клёвая, кстати, да. В тишине, в одиночестве. Чё, давайте начнем новую игру, да. Я встал. Что со мной не так? Что за херня? А что, можно сделать прикольный мультик? Хотя это будет неприкольно. Что со мной произошло? Пойдем в другую комнату. Ой, мне плохо. Включаем свет срочно. Какой там домик? Небольшой. Устал я страх. Когда бессонница в темноте, вообще чаще. Круто. Чувак, да ты хуйней страдаешь, я так думаю. Что ж, первая ночка, я так думаю, не очень сложная будет. Вы шутите? Да, я чего-то не понимаю, наверное. Но раньше можно было мне кажется, здесь ничего не будет страшного. Зачем тебе вообще утро, чувак? Пиздец. Иди по лесу гуляй, Вася. Чурял, что ли?
все самое интересное. А мне страшно. Я его видел. Странно, да? Ну, мы долго тоже играть в нее не будем, потому что я ее снимаю только сейчас первый раз. Надоели! Он думает, я не видел. Монстр думает, что я не видел, то что он рядом. Ай-яй-яй-яй-яй. Он был за спиной. Что, пошутить решил, а, мудак? Блять, к нам, кажется, сверху кто-то идет. Блять, ты же открыл дверь, ты что, шутишь? Честно, я не весь дом обошел. Ну, открой ты уже дверь, а, Вася. Время почему-то медленно идет. Надо, блин, искать вот эти штуки, которые ускоряют. Там дальше вообще сложнее будет. Так что мы играем только пока что первый раз. Не, ну я-то не первый раз играю. Блять. Какое-то просто безумие творится. Вы шутите, что ли? Он вот так вот. Ну, пиздец, мы же... Я понимаю, но мне не страшно, честно.
Чувак, ты либо спишь, либо ты... темноте эта игра на смелость, поэтому на самом деле короче, не понимаю, что там написано. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока, продолжим следить.